Виктор Салтыков, организатор Таежной Дебри и Якутском. В этом году впервые марафон проводился. Когда зародилась идея вот провести такие соревнования? Таежные дебри мы запустили в 2018 году. И идея возникла после проведения первого, опять же, почему первого? Якутского полумарафона, который мы провели в 2016 году. И вот в 2018 году, соответственно, мы основали, точнее, я основал вот этот кубок Таежные дебри Якутии. До этого был первый трейл. В 2017-м пробный, и в 2018-м уже непосредственно родилась идея дать название Таежные дебри Якутии. Соответственно, с 2018 года мы уже в течение 5 лет проводим этот старт. На первом старте сколько было участников? 40 человек. 40 человек. 40 человек, да. А вот якутский полумарафон, сначала это, наверное, зародилось? Да, конечно, первый старт это был якутский полумарафон, и с Арсеном Томским однажды мы пробежали в Чикаго, сели в кафе после старта и решили, блин, а почему бы не попробовать сделать в Якутске такой старт, потому что эта идея у меня уже давно летала в воздухе, что нужен большой крупный старт для любителей, нужно развивать бег любительский у нас в республике, делать хороший, красивый, качественный старт. А что-то вы переняли, наверное, вот таких крупных стартов, как чикагский, возможно, еще другие страны? Да, конечно, я на каждом старте езжу и подмечаю все интересные вещи. И для меня это рост мероприятий. Можно сравнить наше мероприятие, которое было там 5 лет назад, и какой уровень сейчас. Конечно же, каждый старт я смотрю, наблюдаю, вижу какие-то интересные вещи, перенимаю их и делаем здесь. А сами сколько марафонов пробежали? Так, ну если это мейджоры, да, то... Не обязательно мейджоры. Где-то во Франции тоже бежали. Я бежал там в разных странах, и в рамках айронмена бегал, и бегал просто марафоны, бегал ультрамарафон. В Камбодже у меня был старт однажды, 64 километра. Довольно-таки непростой старт, и я там занял 3-е место, 4-й в абсолюте стал. Прикольно, но с тех пор решил больше длинной дистанции не бегать. Так сказать, ну, это нелегко, надо готовиться. И я прям безмерно горжусь теми ребятами, которые сегодня вышли на старт на 100 километров. Они крутые, они герои. А вот Арсен Томским в Чикаго бежали, он потом в Токио бежал, по-моему, и его в книге была целая статья про вас. Да, он сделал этот челлендж, он пробежал Чикаго, потом Токио, и здорово, он поддерживает якутский марафон и якутский полумарафон, он уже в течение нескольких лет он выступает и партнером, и генеральным, и титульным партнером. Бег в его жизни сыграл, наверное, немаловажную роль, и я думаю, это не последний проект, который там, мы вместе с ним реализуем еще какие-то. Давайте пройдемся по этапам. Первый этап, когда и, ну вот, как называется? Первый этап был «Стихия дерева», он прошел в конце мая. Ага. Ну, как обычно, у нас первый этап всегда начинается в мае. Большое количество участников, больше 200 человек он собрал. Интересная локация, дистанции были детская 500 метров, каникросс 4 километра, и были дисциплины бег, две дисциплины бег на 6 и на 12 километров. И сейчас вот «Стихия огонь». Да, сейчас второй этап «Стихия огонь», он у нас всегда проходит в июле. Это всегда непростой этап, это либо очень жарко, либо очень холодно. Такое тоже было однажды, 3 года назад, кажется, была температура плюс 5 градусов вот здесь, на этой точке. Тогда очень сильно замерзли ночью. Организаторы. Прям это было очень холодно, да. И помимо прочего, на этом этапе сами длинные дистанции. То есть раньше это была самая длинная дистанция 55 километров. В этом году мы кинули клич: ребята, готовы ли вы пробежать 100 километров, да, в рамках вот юбилея образования Якутской ССР? Нашли желающие, и, соответственно, мы сделали эту дистанцию и запустили ее. Теперь третий этап. Третий этап будет в августе, в середине августа. Я приглашаю всех желающих на этот этап, потому что это будет
первый трейл ночной. Именно ночной трейл. Это непросто, это интересно, это вызов себе, это необычные условия. И плюс мы, надеюсь, подготовим интересную программу. Возможно, будет какой-то концерт, рок-концерт и тому подобное, да, в рамках проведения этого этапа в течение ночи. Поэтому могут прийти все желающие, посмотреть, болельщики, просто приехать, посмотреть, поддержать участников. А где он будет проходить? Это в карьере. Точка старта будет в карьере на Хатынряхе. Интересная, красивая локация прямо внутри карьера. Она очень атмосферная, очень интересная, и ночью там будет здорово. Четвертый этап. Четвертый этап. У нас сейчас, кстати, четвертый этап, я думаю. Обычно он проводился у нас на птицефабрике. Но вот есть такая идея сменить локацию и уехать в сторону. Какое место у нас здесь находится? За город Кангаласский мыс, да? Кангаласский, что-то в той стороне. Кангаласский там, Кангаласский там, все верно, да. Забыл. Есть там интересная локация, 30 километров от города, но решаем. То есть, если участники смогут туда выехать, будет здорово. Если, соответственно, не получится, то это будет локация та же на птицефабрике, но трассу мы изменим, поменяем, она будет немного другая, она будет интересная. Она всегда была интересная и непростая. Там есть такой очень душераздирающий затяжной подъем, на котором все страдают, мучаются, но бегают. Старт примерно ориентировочно в начале сентября, 1 числа сентября. И пятый этап, стихия вода, заключительный этап в нашем пункте. Он проходит в начале октября. Октября. И проходит на локации, вот на этой локации, другая точка. Да, поляна то же самое, Чичурмуран. Поэтому этап быстрый, короткий, одна дистанция 10 километров для всех, короткая дистанция для собак и точно так же дистанция для детей. И что-то я слышал, те, которые пробегут все 5 этапов, что-то там в конце получают. Конечно, да. Это как после мейджоров. Да, у нас какая идея в этом году? У нас есть комплект из 5 медалей. Кто собирает все 5 медалей, получает 6-ю медаль общую. Общая 6-я медаль объединяющая, она большая, она очень весится, она красивая. Поэтому, приглашаю всех принять участие во всех этапах. Соберите эти медали, это эксклюзив, это лучшие медали в России этого года уже. Уже мне сказали, что, ребята, вы подняли планку очень высоко. И это будет самая лучшая медаль этого года у нас в стране. Поэтому, здорово. Вот для любителей спорта, некоторые, возможно, не очень хорошо понимают, как вот фиксируется время, хронометраж. Да, у нас стандартный хронометраж, система автоматического хронометража. То есть у нас есть вот антенны, которые фиксируют прохождение старт-финиш. У каждого участника есть личный номер, на котором есть метки, которые ловятся этими антеннами, соответственно. Результат сразу у нас передается на компьютер и выводится на экран телевизора. Сейчас мы, может быть, поставим, соответственно, там участники в живом времени прямо увидеть, какое время они финишировали. Все результаты мы, соответственно, после этого выгружаем на сайт. На сайте также можно будет скачать диплом участника уже со своим результатом. Прошло 1:29, 50 секунд. Ребята бегут. С момента старта, которые бегут на 100 километров, остальные участники во сколько начнут? Дистанция 55 километров у нас стартует в 4 утра. На нее у нас в этом году вышло не так много участников. Всего 10 человек. В прошлом году было больше 20, если не ошибаюсь. Но, скорее всего, это связано с тем, что за последний месяц было очень много беговых мероприятий. Это был и Курский марафон. Потом барагонцы. Это было барагонцы, да. Поэтому люди, видимо, готовы на такие дистанции, не восстановились. Но тем не менее, 10 человек выходят, это круто, молодцы. 4 часа они стартуют. Дальше утром. Следующая дистанция у нас, это дистанция 5 километров бег, 5 километров каникросс бег с собакой и 10 километров пеша-скандинавская ходьба и 10 километров бег. И плюс 25 километров еще одна дистанция.
Ага, 25. Они все стартуют в 7 утра у нас. На этой дистанции количество участников уже в разы больше. 70 человек стартует на дистанции 10 километров. Порядка 40 человек стартует на дистанции 25 километров. На 5 километров не так много, 25 участников, кажется. И детей у нас 42 участника. Когда впервые проводили соревнования вот такого ранга, какие трудности были? А всегда трудности, они какие-то есть организационные, как бы не без этого. Но это же организация, она требует все равно и физических усилий, эмоциональных усилий, подготовка. И всегда ты переживаешь, я всегда переживаю за старт, состоится или не состоится. Почему? Я скажу. Потому что у нас есть такая... У наших участников есть такая привычка не очень хорошая, регистрируется в последний момент. А для организаторов это непонимание того, что либо сделать отмену старта, да, потому что если мы понимаем, что до недели до старта мы не набираем определенное количество участников, то нам проще отменить старт, потому что это не дешево, да, это деньги в любом случае. Поэтому я всех призываю, блин, ну, регистрируйтесь заранее. Чем раньше пройдет регистрация, тем нам проще подготовить старт, проще подготовить всю продукцию, все наградные кубки, да. И вообще мы просто спокойны и уверены, что старт состоится. Ну и помимо прочего, Кербняс, ну, это все такое, текучка. Привезти, составить, сделать стартовый городок, собрать все это, да, вовремя сделать, дать вовремя старт. Обычно мы его даем вовремя, но сегодня вот, ну, на 10 минут задержали, потому что локация такая далекая, и кто-то опоздал, торжественное слово, пока все дела. Здесь мы обычно как бы все минута в минуту мы стартуем. Ну, самое главное, сложность — это разметка трассы. Это очень интересный момент. Разметкой трассы я занимаюсь лично сам. На прошлом старте меня не было на первом этапе, да, и ребята, участники, одни из участников, которые бегают на наших этапах, вызвались помочь сделать разметку, за что им огромная благодарность. Они сделали классную работу. Но в этот раз они сказали: не, мы устали, это сложно, после этого бежать тяжело. Потому что, да, на самом деле разметка трассы — это такая довольно трудоемкая работа. Проехать десяток километров, пройти пешком там, либо проехать на велосипеде, либо на мотоцикле, да, развешивать, расставить все эти знаки, чтобы все это было видно и понятно участникам. Ну, в этом тоже есть своя прелесть, да, это своего рода тренировка, мне это нравится, я получаю от этого удовольствие, и это главное. Якутский полумарафон в этом году превратился в якутский марафон по организации этих стартов. Да, якутский марафон, но он должен был состояться, и он состоялся. Это здорово. Но там были разыграны еще по лотерее земельный участок, автомобиль. Да, земельный участок, был автомобиль. Вообще, на самом деле, в этом году уровень был очень высокий организации, мы постарались. Администрация предоставила, администрация города предоставила один из главных призов, это автомобиль, который мы разыграли, соответственно, среди всех финиширующих участников, и выиграла девушка, пробежавшая, кажется, 5 километров. Да, и выиграла автомобиль, уехала автомобиль, это классно. Другая девушка, пробежавшая тоже небольшую дистанцию, то ли 21, то ли сколько, я уже не помню, выиграла участок. И третий участник на 10 километров, парень, выиграл от нас сертификат на 50 тысяч рублей от Республики Краснодар. Такие, помимо прочего, был отличный стартовый пакет. То есть, если вы были там, видели, наверное, это рюкзак, полка там, все это, медали красивые. А вот из других регионов кто-нибудь изъявил желание выступать на этих соревнованиях? А приезжают, периодически приезжают, да, у нас, я даже скажу больше, у нас на дебрях участвовали участники, один из ЮАР был, один был откуда-то еще из-за границы, то есть вот это года три назад, наверное, да, приехали, я такой: как вы сюда попали? Но они такие: а мы тут приехали по преподавательской теме там, университет, да, и смотрим, у нас проходят трейлы, и пришли поучаствовать. То есть, блин, здорово. На самом деле, многие хотят сюда приехать, но удаленность нашего региона, конечно, накладывает определенные сложности. Далеко, долго лететь. Но я надеюсь, что
этот кубок будет иметь свое продолжение, дай бог, в следующем году, так же, как и полумарафон, и Якутский марафон. Ну, время покажет. А-а-а. На данный момент он есть, и он есть, да. А что-то я слышал, вот таежные дебри имеют какую-то франшизу, те, которые в других регионах России тоже где-то проходят эти соревнования. Да, у нас мы открыли в прошлом году, запустили франшизу, оформили. До этого у нас был партнер в Тюмени, он проводил старт один сезон. Но мы франшизу открыли, и на самом деле мы еще пока не продали, потому что тут ковид начался, да, вот эта история. Люди как бы, ну, это все равно бизнес, он немного завязан на рисках, и люди понимают, что когда есть ограничения, входить в какой-то новый бизнес довольно-таки рискованно. Поэтому франшиза существует, ее можно приобрести. Мы даем весь полностью пакет документов, весь регламент по проведению, мерч и все остальное. Поэтому милости просим. Вступайте, да, и возможно когда-то мой trail.ru станет всероссийским кубком, как он и задумывался по этой франшизе, что в разных регионах будут представители, будут проводиться соревнования, и раз в год будет проходить чемпионат России по таежным дебрям, по локации. С организаторами других крупных стартов общаетесь, переписываетесь? Да, периодически общаемся с участниками, они знают наш старт. Да, конечно, можно. Ну что ж, пожелаю, чтобы эти соревнования в дальнейшем процветали. И спасибо вам большое за организацию и привлечение людей в здоровый образ жизни. Спасибо. Все, спасибо.